Добрый день! Вы на канале Хитсад ТВ. Близится Новый год, веселый семейный праздник с приятной суетой и заботами. И самое главное из них – это приобретение подарков. Сегодня выбрать по-настоящему интересный подарок действительно нелегко. И каждый раз мы задумываемся, что же подарить любимому мужчине, женщине, начальнику или коллеге, а также не стоит забывать про друзей. Сегодня мы подскажем вам идеи для подарков из нашего ассортимента для своих родных и близких. В качестве подарка для любимых девушек и женщин можно приобрести стойку декоративную для любимых растений на 3, 5, 7 и даже 9 горшечных цветов. Далее, как вариант, это напольная подставка для крупных цветов на колесах, очень удобная для перемещения. Или, как вариант, декоративная зонтовница из металла, украшенная различными элементами в виде листочков, для хранения зонтов трости. В качестве подарка для любимых мужчин можно приобрести такие товары, как наборы для каминов, в состав которых входит металлическая подставка, кочерга, щетка и лопатка. Как вариант, это может быть винная подставка из металла в виде велосипедика для хранения бутылок вина или шампанского. Или, например, барный стул. Металлический, прочный и удобный. Это могут быть декоративные колпачки, опять же, в виде петуха. Служат они для укрытия растений в холодное время года. Снизу затягиваются с помощью такой кулиски в виде петушка, в виде белых медведей, собачек. Другой вариант петушка, лисички, совы и других видов. Для подарков своим друзьям можно выбрать функциональную вешалку для одежды, верхней одежды. Она очень удобная, занимает мало места и вмещает большое количество верхней одежды. Как вариант, это декоративные красивые фигурки для украшения новогодней елки. Они легкие, милые, снеговички или Санта-Клауса. Также это могут быть подсвечники для рождественского вечера или романтических вечеров для двоих в семейном кругу. Среди недорогих подарков нашего ассортимента можно выбрать декоративные фигурки петухов, которые являются символом наступающего 2017 года. Они могут стать талисманами в вашем доме. Можно подобрать вот такие скворечники. Они, опять же, функциональны. Можно позаботиться о птицах с элементами декупажа. Заходите на наш сайт hitsad.ru и приобретайте подарки к Новому году. Следите за нашими новинками. Поверьте, нам есть чем вас удивить. До новых встреч!